скажите, пожалуйста, с каким актером или режиссером у вас есть желание поработать на сегодняшний день? Вы знаете, я спродюсировал 38 короткометражных фильмов, больше с другими режиссерами я работать не хочу. Favorite song? Я думаю, сейчас my favorite song is, наверное, это... Самый главный секрет красоты? Да. Высыпаться. У вас разные глаза, да. Как круто. Спасибо. А что перевоплощение в женщину для вас? Это макияж, прическа, чувство, что вы уже пропилировали ноги или очень что? Очень дует под юбку все время. Особенно зимой. Если бы вы снимались в голливудском кино, то с какой актрисой вы бы согласились на постельную сцену? Я сейчас подумаю. Хотя... Нет. Жень, с каким животным вы себя ассоциируете? С диким. Я сейчас озвучиваю улитку. Как мне вжиться в роль? Вжиться в роль? Да. Я могу сказать, значит, механика движения. Все от физики идет, поскольку улитка очень медленная. Так. Тут надо медленно все делать. Девушки, актрисы, вокруг вас всегда много женщин прекрасных. Первое, на что обращайте внимание? На профессионализм, на степень образования. Если бы предоставилась возможность озвучивать какого-то мультперсонажа, кого бы вы выбрали? Винни-Пух. Сейчас прямо возьмем интервью у Брэд Питта. Очень ответственный момент. Брэд Питт, пока Градостаева не видит, я должна признаться, я очень хочу взять у тебя интервью, хотя бы интервью. Видите, что у меня здесь? Работает передняя камера. Когда он подойдет, единственное, что мне нужно, фотография на переднюю камеру для Инстаграма. Если он за мной не сфоткается, разворачиваюсь, я тупо психую и ухожу. Ты себе льстишь, нет? Man, I'm having a party. Если вдруг случится зомби-апокалипсис, как в фильме «Война миров Z», которую я сейчас буду представлять, то я обязательно закачу вечеринку. Лучше устроить веселый последний день, чем в страхе две недели безуспешно сидеть по окопам. Перед смертью не надышишься, так что будем радоваться жизни. Я люблю Москву. В этом году я впервые приехал сюда летом. До этого все мои визиты почему-то выпадали на зиму. Лето у вас оказывается замечательное. Небо голубое, солнышко светит. Красота. Я рад, что мы сюда приехали. Мне очень нравится фестиваль. Это впечатляющее событие. И, конечно, я жду не дождусь, когда же мы уже посмотрим «Войну миров Z». Конечно, здорово, что Брэд приехал поддержать свое кино. Ведь мы все тут именно для этого. Спасибо.